Всем привет, меня зовут Артур, я выпускник курса Poker Pro школы Poker Ability. Вкратце о себе, играл офлайн с друзьями по выходным, онлайн почти не играл, точнее играл периодами, немного задеп и играю пока не залью. На курсе мне понравилась структуризированно поданная информация и мотивация для самостоятельного развития. Домашние задания, разборы, раздачи. Не понравилось иногда на сайте PokerAbility, случался провак и не получалось загрузить картинки. При разборе раздач это жутко раздражало. На курсе стал заниматься покером более профессионально. Начал играть по банкролу и больше не заливал его. Начинал играть NL2 на Red Star и поднялся до NL4 за время курса. Что можно улучшить? Не знаю, может чат с тренером как-то изменить. Там есть, мелькает важная информация, но столько фуда, что она теряется. Только запускаю катку и телефон начинает тренькать. Заглушил чат. А потом пытался читать, вычленять полезную информацию, очень трудно. Короче, забил на чат. Еще, мне кажется, надо курс как-то растянуть, чтобы информация чуть-чуть лучше усваивалась. Последнюю неделю делал домашние задания, лишь бы сделать. Не успевал вникать в тему. Ну, я еще раз пройдусь по всей информации с курса, перепройду курс. Ну, вроде все. Под конец хотел бы поблагодарить Петра, тренеров, кураторов. Спасибо за вашу работу. Для новичка определенно стоит пройти курс Poker Pro.